Всем привет! Сегодня я нахожусь в гостях в российском представительстве марки Dermalogica, и сегодня я пообщаюсь с официальным косметологом марки Dermalogica, протестирую на себе новинки от марки, и со мной проведут фейсмэппинг, такую специальную процедуру, исследование моей кожи, которая позволит подобрать мне наиболее корректно необходимые продукты по уходу. Итак, оставайтесь, пожалуйста, со мной, впереди еще очень-очень много интересного. В марке Dermalogica есть потрясающие наборы для каждого типа кожи. Это вот набор Made by Clearing, Skin Kit, это у нас Age Smart, вот еще немножечко наборов. Представлены новинки этого года от марки Dermalogica. Это у нас специальные Daily Superfoliant и Daily Microfoliant. Два специальных эксфолиатора от марки Dermalogica и восстанавливающее масло для увлажнения кожи. Также в марке Dermalogica есть специальная линейка для молодой кожи Dermalogica Clear и линейка Edge Smart. Это линейка для возрастной кожи. А вот это вот у нас еще одна новинка от марки Dermalogica. Это лифтинг-крем для глаз вот таким вот специальным носиком-аппликатором, с помощью которого очень удобно данное средство наносить на зону век. Я сегодня доверяюсь рукам Натальи. Наталья – это ведущий тренер-косметолог марки Dermalogica. И сейчас, Наталья, что вы будете делать? Сейчас я вам проведу процедуру FaceFit. Это достаточно новая процедура у бренда. И сегодня мы с вами проведем процедуру FaceFit лифтинг для глаз. Мы с вами умоемся, первое умывание сделаем прикленс, проведем анализ кожи. По уже анализу кожи мы с вами подберем второе очищение, соответственно, эксфолиацию проведем. Далее мы попробуем новый продукт, маску для глаз. Угу. Маска не смываемая. Я проведу вам массаж небольшой. Угу. И маску мы оставим на лице, подберем вам продукт для глаз и продукты для лица. Вот таким Хорошо. Образом. Средняя процедура у нас займет 10 минут. Замечательно. Начинаем? Вот. Да, и после окончания процедуры я вам выпишу лист назначения для домашнего ухода, чтобы Хорошо. Смотрите, я наношу небольшое количество на лицо. Это гидрофильное масло. Мы наносим его небольшое количество чистыми руками на лицо, скажем, у нас может быть макияж стойкий, могут быть кремы с SPF, фильтрами и так далее, да? Далее прорабатываем очень хорошо. Ну, естественно, дома вы наносите и на зону шеи, декольте это масло. Так. Далее мы добавляем небольшое количество воды. Еще раз хорошо прорабатываем, эмульгируем это масло. И далее смываем большим количеством воды. В данном случае, в этой процедуре, мы будем с вами использовать горячие салфетки. Дома это обычная вода, знаете, комнатной температуры. То есть мы не умываемся холодной водой, не умываемся горячей, мы умываемся комфортно. Да? Это лампа-лупа. Вот очень удобное портативное такое устройство. То есть оно увеличивает достаточно. Чтобы рассмотреть, да, все? Да, конечно, чтобы рассмотреть, нет, не недостатки, а то, что, допустим, мы с вами уже на основании анализа обсуждали и посмотреть, опять же, нет сухих линий на лбу, немного расширенные поры, то, что вот вы мне говорили в консультации. Далее, тонус области глаз вообще замечательный, единственное, есть сухие линии под глазами. Нет, можно, опять же, мы с вами сейчас будем использовать новый продукт. Маска очень хорошо борется с как раз с проявлением сухости, потому что там два вида гиалуроновой кислоты. А влажную кожу мы берем второй очиститель. Очень небольшое количество его надо. Он очень хорошо пенится. Это у нас подходит special cleanser гель. Да. Значит, мылится он за счет мыльнянки. Это натуральный компонент, который не пересушивает кожу, но в то же самое время он очень хорошо удаляет всевозможные загрязнения. Его можно и утром, и вечером использовать? Его можно, да, использовать и утром, и вечером. Сейчас небольшое количество. И он очень хорошо пенится, поэтому очень небольшое количество. И достаточно глубоко очищает. Это новинка, да, от Dermalogica? Да, это новинка.
Это порошочек, который смешивается с водичкой. С водой, ну да. Используем где-то пол чайной ложки, добавляем небольшое количество воды, хорошо вспениваем и наносим после очищения на лицо. Мы его можем использовать каждый день или да, это все-таки? Да, да, каждый день. Он уже хорошо так подходит как раз для кожи за 30, для кожи с восстановленным барьером, то что у него достаточно высокий коэффициент. Этот экспириант лучше в вечернее время использовать или в утреннее? Вы знаете, не принципиально. Как вот вы, когда у вас есть время? В нем содержатся частицы, которые связывают негативные. Ну, особенно кто в больших городах живет, очень много. Знаете, вы когда выходите на улицу, можно оседает на коже. То есть это, скажем, такой детокс. Эксфолиантный детокс. Дели Резюфейсер. Это ежедневная шлифовка с гиалуроновой кислотой, не смываемая. Именно вот да, область глаз. Глаз. Да. Очень интересно, потому что эта же область очень такая нежная и чувствительная, и с ней при всем при этом все эксфолианты пишут, что нельзя наносить. Да. Причем мы проходимся по одному разу, естественно. Ага. Это такая вот маленькая салфеточка, да, получается? Да, салфетка на пальчик, пропитанная гиалуроновой кислотой и кислотой. И далее мы наносим небольшое количество маски. Это наша новинка. Большое количество этой маски наношу. Эту маску можно использовать с какого возраста? Вот 25 любого, у кого, да, если начинаются какие-то беспокойства, отеки. Потому что прежде всего она от отеков. Далее она очень хорошо увлажняет. Потом в ней содержится комплекс, который влияет на пигмент. Потому что очень часто у нас бывает же в области глаз такой, знаете, пигмент. Экспериментами. А для домашнего использования вы дома будете вначале обрабатывать один глаз, соответственно, потом второй глаз. Да, и я вот на самом деле. Дозатор. Да. И вот, пожалуйста, сам массаж, вот он очень на самом деле прост. Нарисован. Да. Да, вот здесь он. И на упаковке каждой маски он также нарисован. Да, объем маски получается 25 мл, его хватает. Его достаточно много. Я так понимаю, что на очень большое, да. Потому что все-таки это не крем, нам не обязательно использовать эту маску ежедневно. Значит, внутренние области. Мы зафиксировали, провели шариками, зафиксировали бровь, провели, зафиксировали. Как будто вверх ее, да, так да. Вытягиваем? И продренировали. Далее опять 3-4 раза делаем. Вот так. То же самое вы будете делать этим наконечником. И далее такие ненавязчивые движения. Дренажное движение. Нет, все хорошо. Вот такие. Потом массаж легкий. На самом деле, он будет очень хорошо снимать отечность в области глаз. Держим 5-7 минут. Да, 5-7 минут. 5-7 можно минут, пока делаем массаж. Кто-то массаж не делает. Поэтому остатки мы промакиваем. Не смываем. Не смываем. Она не смываема. Делать тоже, опять же, не принципиально. Но очень часто многие делают ее именно с утра, да? Сдали у них синячки? Да. Эти активный тонер увлажняющий. Опять же, мы с вами обсуждали недостаток увлажнения, поэтому у нас с вами будет Skin Hydrating Booster, увлажняющий бустер. Далее, увлажняющий крем мы с вами будем использовать для кожи, склонной к жирности, да, чтобы выровнять регуляцию, да, секреции сальных желез. Так, и для борьбы с купиозом я вам посоветую правильно, правильно среди и изменение ультракалминг. Его мы с вами будем наносить зонально. На все лицо вам наносить его не надо. Хорошо. Тинтед тонер, да, увлажняющий. Мы распыляем его на расстоянии где-то 30 сантиметров. Никаких ватных дисков, да, для перевода продукта. Крем для глаз мы с вами нанесем Total Eye Care. Это увлажняющий крем. И помимо этого еще имеет SPF защиту. Да, SPF защиту, потому что все-таки мы с вами делали достаточно сильную эксфолиацию в области глаз. Так, то есть поверх маски. Маска у нас данная не заменяет крем. Нет. И он еще да, с оттенком, да, у него идут светоотражающие, я так понимаю, да, частички. И он также очень хорошо, на самом деле, отеки. Поэтому
мы можем рекомендовать. Он оранжевый, он фиолетовый пигмент. Нейтрализует фиолетовый цвет, я так понимаю, немножко под нашими глазками. Следующий этап это у нас... Это увлажняющий бустер. Skin Hydrating Booster в Dermalogica 5, по-моему, различных бустеров, да? Сколько? Нет, сейчас уже пока два. Два, сейчас. Увлажняющий бустер и бустер, который... Очищающий? Нет? Раньше... Успокаивающий. Раньше было больше, да? Было 4, да. Но сейчас они как сняли? Их сняли, потому что сейчас очень много новых продуктов. Вот такими помпажными движениями наносим. Причем, что самое интересное, бустер вы можете добавлять в свой увлажнитель. То есть не обязательно наносить на лицо. Да, вы можете совершенно спокойно смешивать на ладошки. Добавить, да, и наносить. Далее я наношу вам сам крем. Ждать надо? Должно нет, быть? Должен быть нет, оперировать? Ждать ничего не нужно. Вам немного, нет, немало. Это Clearing Mattifier. Это продукт для чего? В первую очередь. В первую очередь он именно контролирует секрецию сальных желез. То есть мы его наносим на Т-зону? Да, на Т-зону. Мы на все лицо его не наносим. Причем наносить мы можем его как под крем, так и на крем, в зависимости от того, что мы хотим добиться. У него такая достаточно густая, по ощущениям, где-то... Ну, я понимаю, что силикона в составе нету, но вот визуально она такая, и по ощущениям, тактильным, она интересная очень консистенция. И я так понимаю, что он выравнивает, благодаря консистенции, он еще и выравнивает рельеф, да, визуально? Да, он выравнивает и убирает, соответственно. Нам не стоит бояться наслаивания продуктов один на другой, если мы тоненькими слоями все это наносим. До 7 слоев можно. До 7 слоев. На зону скопироза мы с вами наносим праймер зеленый, да? Причем зеленый цвет ему дают. У нас здесь SPF. Комплекс индийских трав. Комплекс индийских трав. Это из линейки Ultra Calming, да. От марки Dermalogica. Почему я сделала акцент, что комплекс индийских трав, очень многие думают, что это краситель. Зеленый. Да. То есть в данном случае зеленый оттенок. Красителя здесь нет. То есть здесь все натуральные компоненты. Так. Плюс здесь у нас защитный фактор 20. Что наносим? Это Sheer Tint. Да, это тонирующий увлажнитель. То есть, в принципе, это такое универсальное тонирующее средство для летнего времени года. Его очень любит как раз кожа склонная жирность. Он очень легкий, он матирует, он защищает. И в данном случае у нас получается декоративный эффект, да, и лечебный одновременно. Гиалуроновая кислота. Мне кажется, он вообще хорошо, замечательно. Да, да. Да, отлично. Очень хорошо. Утро, вечер. Далее, на утро я вам назначу специальный гель-очиститель. На вечер я вам назначу Skin Resurfacer Cleanser, то, что мы с вами обсуждали. Это ваш лист назначения. То есть все продукты, которые мы сегодня с вами наносили, плюс еще что-то для домашнего ухода на вечер, я вам рекомендовала, я написала. То есть вы можете спокойно с этим листом подойти к администратору и приобрести эти продукты. Все вот эти продукты, да, я могу приобрести в вашем институте. Да, да, и, соответственно, копия остается у меня, поэтому, когда вы в следующий раз придете, мы уже с вами пронаблюдаем динамику вашей кожи. Возможно, мы подкорректируем какие-то средства для домашнего ухода. Наталья, спасибо вам большое. И скажите, пожалуйста, а вот эту процедуру FaceFit, ее можно пройти только в вашем институте красоты? Нет, на самом деле эту процедуру вы можете пройти во всех салонах, партнерах, которые работают с Dermalogica. Соответственно, их адреса, да, мы можем найти на сайте www.dermalogica.ru. Да, все салоны, которые работают. Итак, я очень надеюсь, что данная информация была для вас полезной. Если вам понравилось данное видео, ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, оставляйте комментарии внизу, подписывайтесь на мой канал, если вы еще не являетесь моим подписчиком. И до скорых встреч. Пока-пока-пока.